Свои работы прислал мастер Наиль Сайфундинов. Он проживает в Фергане, это Средняя Азия. Он занимается арбитоном и занимается многими работами, связанными с художественным оформлением зданий. Вот смотрите, какие он барельефы делает. Вы видели его много работ. А в данном случае будет у него оформление цоколей. И вот такой оригинальный подход этого мастера к оформлению цоколя дома, в декоративной штукатурке. То есть вот он постоянно ищет что-то новенькое, интересное. И смотрите, очень много работает и присылает свои фильмы.